пошли хули стоять. Что там, я устал, что ты пишешь? Спишь? Что пишешь? Магик собирали. Она че вчера ливнула? Ничего не сказал. Кто-то ливну можем взять кого-нибудь. Я толпу возьму сейчас. Кто-то ливну? Да, паладин. А я вместо него возьму там. Паладина на паладина. Больше некого. Я не знаю, кого. Да лучше паладина, конечно же, блять. Нам гнев небес нужен. Сам знаешь. Да я знаю, ну кого я могу? Кого-то из ДК кипнуть. А чё, опять два паладина? Да. Гнев небес, ну это когда небеса такие наверху синие, они начинают гневаться. Ага, нихуя себе. Блять, я каждый раз, что не спрошу, у вас сразу начинает какой-то просто пиздец. Я что-то спрашиваю, мне сказали PlayStation, блять. Что такое PS? А, да, да, что PS для PlayStation, нахуй. Я вахаю. Ну так а что еще такое мог? А вы 25 кинете? Пол 25 перекините всех. Всех 25 перекините. Вань, поясни человеку за МК. МК, ну Mortal Kombat. МК, Манки Кинг, ага, блядь. Mortal Kombat. Mortal Kombat, такой фильм был, блядь. Да почему был? Есть. Ну старый был такой, интересно. Ну я знаю. Не, если без уничтожения, то гнев небес и ПС. Блядь, ну гнев небес это АУЕ стан такой, у него еще есть флайт. Это гнев небес. Можете просто линкануть кто-нибудь в чат? Только нежить станет, паладиновский стан. Вокруг там на 8 тоже, метров. Демонов тоже. И демонов. ПС это прибавка сил у ДЦшки. Да, нет, это не прибавка сил, это... Придание, да. Дает 20% хосты и снижает затраты маны на 20%, вроде так. На 15 секунд, по-моему, да? То есть ты убираешь кого-то в тары и ты кидаешь на него ПС, да? Да. Все так, обычный ПС, да. Нет, ты не танк. В смысле не танк? Или ты его танчить отправляешь? А кто трэш ловить будет? А. Ну может керус половить? Нет, там говорил про 3 ДК. Ну они на боссе сидят. А. Вот а я знаешь, почему бы за Керуса сказал, чтобы он потанчил? Потому что танку в ретрике сможет давать фир. Если будет этот пидор, эти скелеты, блять, он может фир давать. Потому что без фира он просто, ну его бьют бить только РДД. Нужно его гриппать, сразу оковы давать и сразу фир по КД давать. И заливать всем рейдом. По-другому не убить скелет. Окей, тогда Керус. Так на поле твоя судьба предрешена. Так на поле вызвать. Да нет, а маленький трэш ты весь собирать будешь, блядь. Лапкой, все, а потом его залил. Блять, вы его залете из... А что нам лучше, хант или еще один ШП? ШП. У нас на пол. ШП? Ну да. Чем ханта. Да ханты так, ногу сосут, блядь. ШПшник это отхил, это гимн, это пиздец. Это жесткая тема. Вот гимн, да, гимн это хорошо, уважаю. Вики будешь помнить. Ну да, лучше все равно гильдейский бойс. Давай. Она знаешь, она это... На характер. Сейчас прошу, только не ливнет, как вчера. Я устал, так сказать.
Не, она сейчас на характере такая. Не. Отъебись. Сгинь, постылый. Нахуй. И кто такой, сука, что пиздать? Да, ты рыб. Ретривейшн. Так, ну давай что-нибудь еще там спроси, что там, гнев небес, что тебе еще там рассказать. Сейчас подумаю. Айсбаунд, айсбаунд. Ну, переводится как незыблемость льда, блять, почему-то. Айсбаунти. Айсбаунд. Знаешь, что такое бараш? Кто? Это когда вайп. Это когда вайп, нахуй. Да, мне в Лиге Легенд Бараш и Нюша, блядь, попались нахуй. А, нихуя. Пати, блядь. Ну вот твердость и мощь ануса, это когда тебя хотят изнасиловать, и ты проявляешь твердость и мощь. Ебать, что я так что услышал? Ходи еще, вон трэш там. Это хуя, когда очко сжимается жестко, и тебя не могут заебать. Вот-вот. Ну вон челик линканул там в чат твердости мощи ануса, блядь. Да это я линканул. Алло. Давай. Типичный альянс. Давай хули, ща полинкуем. Сейчас я этот... Войд, забери. Тебя талант поменять надо. Войд, Хайрин. Ухущий ветер. Пока, Алкмена. А вы же убивали магик, чи нет? Да, убивали. А-а-а. На прошлом канале. Просто времени не хватило вчера. Нет, мы новички. Мы даже не знаем, кто. Да ладно, не клоунич. Ага. Предсмертная лихорадка про товара, блять. Заебись. Вы что там? Совсем с ума сходите, да? Потихоньку. Парни, а кто рел? Не. А точный текст. И тишина. Ну ладно. Ну просто этим все сказано. Ездил сегодня с обеда к девушке в санаторий. В итоге мы с ней поругались. У нее там слишком много воздыхателей. Полустории начались. Воздыхателей много? Да, воздыхателей много. Ты ее на Вовку подсади, пускай Волонир собирает. Мне. Воздыхатели пусть помогают. Да. Ага. Используй это во благо, блядь. Она до сих пор на Вовке играет. Ну, пускай зарабатывает. Вов, три топора. Нет, Киртл, моей девушке не 50 плюс в санатории. А чё? Жаль, работа, конечно, да? Такую возможность упустил, ну ладно. Блять, я застрял, сука, что делать? Смотри, нихуя. Да шкаф поставим, ничего страшного. Притянись. Ёбаный. К другому. О, я выпрыгнул. Слушай, если ты любитель бальзаковского возраста, извините, ко мне это не относится. Ей 21. 21 это уже все, да? Это нормально. Мало. Да уже привет. Нормально, конечно. 70 лет, оверкам, я что-то это сомневаюсь. Я уже... в некоторых вещах, связанных с тобой. Макс, сейчас от тебе такое подумают, да, лучше молчи. Так, когда спятится? Трэш подлой. Нет, все, Макс попал. Блять, как раскидать таланты, чтобы хватило на гнев? Я сделаю, короче, по примеру Нурика тогда... И что я там какой-то... Описание статика.
И Оверкам будет любитель мил. Мустафи. Бля, у нас еще один друид есть, пообщайте, скажу, как можно раскидать. Ты хочешь в этот ветер ебануть? Не, я уже нашел, что делать. Было 19 минут до того, как она передаст тебе... Ну, смотри меня. ...состояние, потом ты ее вылечил, и ей стало 20 минут до этого. Да, оставьте этот флут на потом. Смотри меня уже фуры. Экон, беги, рыба стоит. Рыба стынет. Так, на кубы, как кто у нас будет? Быстродвигался. Метки на кубы кинул. Быстродвигался. Арканавт, я. Еще два плюса нужно. Кто точно Киршова жмет? Киршова поставь. Фелтон? Окей, ты. Не, плюс-минус не надо. Точно надо. Чтоб нажали, когда я сказал. Тут держать надо, как в обычке. Сразу возле портала, портала поставь. Точнее, возле куба нужного. Там вдруг не успеешь, еще и умрешь. А что на кубе делать? Нажать его. И отпустить потом сразу, как я скажу. Все, больше ничего не надо. Да. Больше ничего не надо. Да, в луну. Этот, ну, а, танки, луна. Короче, соборские, иди от Like Me, вы в Диси? Да, Войд, дружочек, я в Диси. Ты на каком из них? На ДС, а вот сибирскому пизда. Там ноль мастерства. Так, я, короче, первый, ты второй, сибирский третий. Не-не-не, давай я первый, ты второй. Сука, я первый, ты второй, блять, а сибирский третий. Он с меня не заберет, я умру нахуй, не надо, не надо. Похую, ты сдохнешь, ничего страшного. Не-не-не, мимо. А вот мимо. Он нужно, чтоб не сдох, блядь. Короче, я сказал, так будет, блядь. Так будет, за запах крови на ДК, качай, качай. Все, ребят, ты не страдайте. Давайте. Ой, да, да, каски нет, каску не надо. По магам тоже каски нет. Это флаг. Каски нет. Во, это зачем тебе запах крови на ДК? Моя кровь станет вашей погибелью. Чё там по бафу? Готово? Каску раздайте. Каску, кулак. Наверняка каски всем скинь. Сейчас я кину. Кулаки опять только отвечает. Вы рыбку ели уже? Да. Блять, это залупа, а не танк, нахуй. Другой есть танк у кого-то, блять? Я же говорю, ему пиздаю, типа, ну там парихаст прилетит, он умрет сразу, нахуй. Дело не сейчас в парихасте, у него статов мало очень. Он в хуету одет в какую-то, нахуй. Там ну, у него даже, даже освещенный грудак, нахуй. Там 560 дефа. Если танку с танка спекнется, я гильдейского доберу лока, нормально дамажит. Давай, соборская, блядь. Тебя тут захуярит, нахуй. Один удар, нахуй. Как он называется? Разрушающий, сокрушающий, нахуй. Танку спекнешься? Блять, дружочек, так ну мы не решили, зачем ты качаешь запах крови на ДК? Да иди в жопу, блять, что хочу, то и качаю. Тебе нравится, как пахнет кровь. Он его замутил. Все тогда я собруску меняю на лока. Ну потому что он под фулбафами, блять, столько хп, блять, в ульдуаре было. Сейчас распределим СС. Сейчас к вам еще Таурена кинул. Я сокрушу его, и запределье будет моим.
Ну ты тогда танку третий будешь. Блять, ну видишь, какая проблема. Это либо хулипалу надо будет ферять, это в обязательном порядке. Ну, если выйдут скелеты, мы этот, Хайрина, допустим, будет отвечать, или Хурюк за гриб скелетов. Вот, ну там скажешь. И нужно будет сразу, как он грипнется, Яковы ему в воздухе дать и ферять начать его. Вот. Это хэпал, наверное, только сможет делать, потому что танко будет смотреть там, ну, в ротации таунтить босса. Все это, Вероника, скелеты — это те, которые посередине выходят, гитаристы. Тот, кто в гриппе, сразу ему надо моментально фир дать. У тебя есть символ на фир? Нет. А чё там, хп моё не понравилось или чё? ТДК говорит, дрочит. Да, да, хп да. Не понравилось. Ну ладно, понял, чё. Давайте, удачи вам закрыть. Давай. Хорошо, спасибо. Еще раз рыбку поставлю туда, обновите. Какой символ ей нужен? Эфир? Да. Изгнание зла? Да. Могу сделать прямо сейчас. Давай, делай. Уже сделал. Вероника. Так, еще раз по кубам. Звезда, печенька, ромб. Держи. Треугольник и луна. Порталы поставьте, все. Будет, после кубов будет появляться портал, а в этих порталах нам надо бомбу заливать. Слева, которые чаротворцы вот эти. Надо будет ему напулить на танка, который будет держать, это Керус. И избивать им косты. Про импов надо будет тоже всех собрать, ждать, пока они соберутся. Потом, когда у них становится мало хп, надо будет им сбить каст. То есть гнев небес первый будет, потом второй. Первый сдаст Вероника, если что, я этот толкну хапал, то есть первый сдаст. А если гитаристы, надо, чтобы больше танк их держал, потом одного гриппа и сразу эфир кидаете, заливаете его. И так по каждому. Давайте, надеемся, что они выпадут. По ССам, в первую очередь на хилов раскидайте. Это четвертая пати, кроме халявы. И по танку, по войду, киньте СС. Это сними с него мут там, если понадобится что-то сказать. Если будет пиздеть, то кикнем сразу. Окей, снял. Вот это ты охуел, Войд, кикнем, блядь. Все, тихо, только по делу, когда прожимок не будет, скажешь там. Все, лапку обновите. Кирс, обнови лапку. У меня закончилось время. Нормальную каску по локам дайте, 8% на нем висит. Там лут сразу на себя поставить. А то есть те, кто на кубах, им просто с самого начала просто тупо на кубах стоять? Нет. Когда я скажу подойти на кубы, вы подходите, и когда говорю нажать, нажимаете. До этого бьете. Окей. Совсем. Потом что? Там ничего сложного. Ну нажал, когда я сказал отпустили, отпустил, все. Я потом выйдут мобы, их заливать надо. 5, 4. У вас есть время нажать? 2, 1. Этого босса и так полчаса бить надо. Чё вы стоите, блядь, пуляете, я дальнего грипну. Сперва трэш, ребят, ну чё. Исцеление тьмой только кикаете. Бомжей сдайте. Не филяйте никого. Залп тьмы можете не сбивать, он здесь не дамажит ничего, только исцеление тьмой скидывайте. Ой, пизда, мужики, приебали, у меня символ на таунт не стоит, я ебал. Да он ушел. Фир был. Фир где диспелится. Танку снимай там с арканавта, блять. Ему пизды сейчас дадут и суеты тоже. Мне поражать нечего. Вы бы уже в КД. Знаете ему просто. Или уже КД был на тебе.
Давайте 30 секунд быстрее заливайте. Убейте точечно, у вас 2 черепворца стоит. 3. Череп дал про черепворцу. А справа вот возле крестика, дай мне. Кирка упал. Дадим БР. Сейчас БР дал. С тобой пробовать кирку. Ой, ты делай босса за криву. Все, крест добивайте. Нахуя ты таунтишь? Не таунчу, я когда сорвал. Так можно стой, кури. Опять сорвал, забери его. Так не тыкай ты, ёбаный в рот. Делай спек нормально. Бейте босса. На клон дебафа РДД, кстати, не кастуйтесь под конец. Печать магика, смотрите, на последней секунде стопайте каст, подключайте. Танку, готовься забирать, скоро будешь забирать. Через секунду. Ты должен стаунтить во время каста, не после каста. Если будешь после каста таунтить, его может шотнуть. Печати стоп каст, печати стоп каст. На ком печати, смотрите, вы сейчас без маны останетесь. Ой, дружочек, ты прижимайся, у меня символа нету, понял, может не смог. Печати, смотрите. Одна секунда, стопайте каст. Вспышка сферна, сейчас на кубы готовьтесь. На кубы готовьтесь. Скажу, когда нажать. Нажали. Нажали. Все, отпустили. Отпустили всем. Смотрите, какой портал активировал? Лево. Все, ловите, а напуливайте сразу. Первого череп поставил, точечно бейте, забивайте костыми. На печатями следите еще. Без маны останетесь потом. Печати, 7 секунд. Костыки. Стоп каст. Давайте быстрее бьем, ребят. Вспышка света 30 секунд, 30 секунд. У тебя 50 на 50 есть? У тебя ревностный прокнутый? Нет. Это, уже можешь нажимать. Если СС есть на танку, киньте СС. На всякий пожарный. Готовьтесь, на кубы встали. Нажали на куб. Нажали на куб. Я не нажал. Нажали. Все, отпустили. Все, молодцы. Опять те же самые? Да. Быстрее треш лейте. Давайте, треш залейте. Стой. На полу, дайте на керусу. Каст, ну бьем он, каст, избивайте. За печатями следите, сейчас без маны останется. А мимочка, давай этот, на ману кастой свою штуку и тотем ставь оверстром. Печать, смотрите на том. Играйте сильнее по трэшу, нахуй. Хули он живой, блядь. Сильнее, уешьте. Сильно уе. Давайте, ребят. Мы трекаем трэш, не можем нормально бить. Кливайте прям жестко. Если гитаристы выйдут, мы так их не убьем с таким уроном по трэшу. Больше еще по трэшу. Че вы там дрочите, что ли? Вспышки, готовьтесь. Идите на кубы. Сейчас скажу, когда нажать. Что ты делаешь, ДК? Ну, типа, ну, ты нажали. Танку умер. СС был там? Дайте БР. БР, дайте танку быстрее. Опять этот же? Пробафайте быстрее. Да, опять этот же лучше. Забери танку мосса. Ставь обратно. Фулбаф ему давайте. Без табафа.
лапку. Смотри, паладин, не спеши, я прожмусь, типа, ты смотри за, за костом внимательно. Да я путаюсь, у меня звук ДБМ, блядь. Да, я понимаю, я говорю, я прожмусь, ты не бойся, типа, ну, просто смотри за костом. Быстрее давайте потрешим, да, больше клива. Да, прохило. Уберите. Окмейна умер. Есть БР у кого-то? Ну, Керуса, по сути. Керус не может, он занят. Заберите одного, подведите. Грипните. А вообще наступает, нет? Нами. Забрать. Грипните. Пешки 5 секунд. Так, на кубу ушли, кто куб нажимает? Прижимается. Лужа на метке. На кубе лужа. Нажали на куб. Ничего страшного, что лужа. Нажали? Да, да, да. Помрал. Нет, тут печенька не нажала. Печенька, блядь. Что такое? Почему ты не нажал? Ты нажал и отпустил раньше времени. Потому что у нас кто-то долго нажимал. Давай тогда это танку будет на трэше. Керус на боссе. Или есть? Нормально. 3 секунд есть. Ставьте, пожалуйста. Ой, слышишь, суманите, я иду символ на таунт куплю, чтоб я вам тоже не надоел, но... Это, блядь... Ну, ты поднимись и поставлю вам джипс. Слышь, а как называется этот на символ на таунт? Символ темной власти, по-моему, называется. Да, так и называется. Купить тебе тоже ДК сразу? А, я его сделать могу, забей, не летай. Я уже был ранен. Я был ранен. Сколько вы процентов моего куб перевели? Мало. 22% вроде. 22% всего перевели? 58 пиздец. Вроде было у него. Ну вы долго бьете, пиздец. Линканите там дамаг в трэш скада у кого есть. Сейчас загружусь. Может кто-то хуй пинал нахуй. Угу. Ну вот, допустим, у меня только 6-го места показывает ляму Гриффита, дальше смотрю. Сочный. Хайрина, блять, 400 тысяч. Филтан это этот, Энг, да? Ну вот Хайрина, Филтан, сочный, чё это, сова? Ну, надо побольше играть, вот у вас разрыв 200 тысяч уже быстро двигался. Прям, ну ладно, там сочный РЛ, Хайрина... Ну чё, а уезжать в трэш не получается или чё? Давай трэш, сумонь меня, давай. Надо прям... Эти мобы, они самые удобные для АУЕ, вот эти демоны, блядь. Просто, блядь, всё АУЕ. Я на 7-м месте на этом, по мобам. Тёмный Архимонд. А, это они что-то не то линканули, что ли? А, всё. Ну да, я другую хуйню смотрел. Он быстро двигался и мемочка. Да, вот быстро ничего двигалось, не побольше не хуярь, там что, порча или какую-то залупу там. Блять. Танку в танке 300 тысяч, и ты 900. Побольше надо прям, лям с чем-то. Да го Саня вам на трэше написал, я постою с ними втроем. Пусть ну, я не ту хуйню смотрел сначала. Все, ставьте шкаф со сумонем. Рик, слышишь? Да, окей. Стой. Там очередь такую же, как Саня держал, скажешь. А он какой по очереди? Пусть. Ты какой по очереди, Саня? Третий? После кого? С дизлайк не забирает. Угу. Танку, ты понял, да? Тут единственное, с чем ты можешь спутаться, это с тремя костами вызовы. Вот, а я вместо него буду сейчас. А, Керус? Да, танку нам трэшу будет. Ему ДБМ по-другому говорит, и он сразу забирает, походу, не в своей очереди. На меня прожимы побольше, понял, чем у него. Давайте каски, кулаки. Рыба была там, нет? Что? А. Все. Войд, держи агро с пула. Я дрел пойду. Не тыкай ничего нахуй с пула, заебал.
Я сегодня злой, блядь, я в ДВ не сходил никуда, нахуй. Просто без рейда. Расстроился, да? Просто без рейда, блядь, остался. Дайте точечно по редру вместо кулака МП5. По ДК кулак сдайте. СС есть у кого? На танку и на Керус. Две минуты КД. Все тогда. Ключей, ну, мы будем. Можно им по 5 вместо кулака, пожалуйста? 5, 4, не мне им по 5, а Скорповичу. Гуляйте, блядь, не стойте. Тема от феров встать. Вот это хуёво, конечно. Есть БР? Прилетело тут. Три минуты. У вас, блядь, големы быстрее чертворцев умирают. Не гоните, чертворцы от рейда стоят сбоку, големы слева. Ну, давайте чуть-чуть чертворцы. Давай там голем, чертворцы еще нахуй не хватает. Мимочка, как ты жалем, сразу гимна маму сдашь, что там? Кирту убог, дайте. Так, снимает, сказать. Увел вой. Верду дашь ему БР потом. Две минуты. Дайте Геру туда. Медведь, встань в нас, чтобы босс не прикрылся. За печатями следите, уже пол рейда без маны стоит. Ой, займите. Кубы, готовьтесь. Скажу, нажать, нажмите. Нажимаете. Отпускаете. Большой трэш. Веди к порталу. Сразу на пол, на танка, на танку. Заводи, заводи. Быстрее, больше ОЕ дайте. Печатями сами следите. И стойте в огне.
танков на пол хп поднимите, я на 70% или 12 секунд. А почему касты не кикаете, ребят? Уебало просто пиздец. Два каста у меня и все. Гимн на жизнь, сдай мемочка. Киру, срезай его, пока эти пидоры кастуют. Вспышка, нажмите кто-то звезду быстрее. Кто-то звезду нажмите. Все, отпусти. Ченька, нажми, все, отпустили. Не было. Блядь, да вы угораете, вы почему отпускаете раньше времени? Пиздец. Почему? Кто-то дал команду отпускать кубы? Почему мы отпустили? Там, короче, если кому-то непонятно, там, когда босс с красными буквами... Я не говорил отпускайте, сказал нажмите кто-то. Тебя взяли, отпустили и все. Печенька, ты очень долго идешь. Там челы просто нажали и отпустили, им похуй просто. Кто-то нажал, не нажал. Ну, да ладно, забейте. Там чат включите и смотрите, красными буквами босс пишет, нет, только не стовай, только тогда можно отпускать. Если этой фразы не написал босс, значит надо ждать, пока все пять нажмут. И дамаг какой-то вот на этих мобах, на первых, хуёвый, блядь, я не понимаю. Или кто-то точечно играет, или как. Там вот Керус на 13 месте, на заметочку, 13 место. Это у нас чё, блядь, 12 ДПСеров, что ли, не могу понять. 4 танка, 5 хилов, должно быть ДПСеров, блядь, 16. То есть 3 ДПСера не ДПСят, получается. А вон, Махончик, нахуй. Мактеридон, все это видят? И Романенков. Ну, может я рекаунт сбросил? Вот там должен быть Махончик и... Вот их тут даже нету. Вот посмотрите, нахуй, рекаунт. Там еще и ВБ. Вот я на 17 месте. Посмотрите, может у меня... какая-то 4000, это с трэшем, и вот фаза началась с боссом, и ВБ, и сушение дал, это ДЦ, блять, и на 19-м, на 20-м Махочек и Романенко, нахуй, вы тут? Кто это такие вообще? Они что, лежали с пула или что? Прием, слышно в DC, нет? Что у вас голоса резко отключились? Можно спрашивать. Прием, есть кто-то? Ты слышишь, да? Сочный. Я слышно меня? Да. Ай, блядь. Неверный рекаунт. Ну-ка, Максончик, линкани свой. Потому что у меня что-то, блядь, сбилось. Мне и надо в трэш, блядь. Я не обнулял его. Вот когда вот эти 5 мобов мы бьем чаротворцев, и с этого момента у меня записывается. Да нахуй мне вот эти 9, мне надо фул. Минутка АФК. Архидемон, это не то. Блять, или они у меня забагались? Меня вообще показывает, что не Мактеридона только били. Ладно, хуй с ним. Короче, вы смотрите, вы с пула, когда начинаем вот этих 5 пидоров бить, пока еще не появились эти големы, вы ауешьте максимально. Потому что, ну, есть разница, либо вы даете 30к ауешкой по 5 целям, либо вы в одну цель 10 тысяч фейсите. Ну, надо слить как можно быстрее чаротворцев. То, что, блядь, у нас босс запускается и 3 чаротворца живых, это хуёво. Танкус с холипалом, чередуйте гнев небес, 3 приста можете фирять големов, чтобы меньше целей было, где мы ауешим. И ауешить сильнее, блять. Ауешить до тех пор, пока чаротворца 2 не останется. Пока их 3, можно ауешить. Давайте каску, кульки, дебафы все, давайте. А потом уже, когда у них хп меньше 30%, переключайтесь в одного и сливайте всем рейдом. Не-не, фиряй каску лучше. Каску бьете, паханьте. Големы они потому что исчезнут, в них дамаг бесполезный. Так, все тут. Суета, поснарюгань мужикам, позакрываем кубы, если они в состоянии, но я не хочу там долго. Суета, давай тогда ты на печеньку закрывай, я тебе сейчас. Давай, быстро. На печеньку себе поставил.
вместо шамана. Керу, станку, пуляйте, что стоите. Рано взял. Сочного мобов забери, танку мастаун. Либо не боб по нему. КД тоже отдавайте двухминутный, там трехминутный, похую этот трэш надо быстро сливать. Просто там пару. Войт, выведи им строночку, чтобы они видели, блядь, через двор себе филем. Скидывайте, что там еще один рейд. Филемы раньше через двор себе нравятся. Че там таймер на коней? У меня нет, у меня тоже тупо. 25 секунд. Ну, сильнее давайте, по чертворцу. Блять. Не возьмите, ну что, балагины нахуй, ну что вы еще убили? Сразу забафайте. Гимна ману, дай мемочку. Как там? Кинотворцев нема. Все, чудотворцев нет. Босс, играйте, собери. Киртл, кинем-ка. Сунта, ты на кубе. Просто я не видел ответа от тебя. На причине. Печати сами свои отслеживайте, не тратьте ману. Еду держите только себе под этот под момент, когда вы с тяжем не справляетесь, понял? Пышка. Когда скажу, нажмите. Нажимайте. Все, отпускайте. Кирус, к порталу веди, к демону. Все, демонов, давайте уже сразу. В первого и в четвертого рога с хантом на пулы даете. Поверни, чтоб плевали. Вот так. Убейте мма. Касты не сбывайте, давайте. Мультидоты эти ему лоб, ну, фулл доты накинули на всех и пиздец. Пышка. Побежали на спешку. Гитаристы. Нажали. Нажали. Все, отпустили. Одного грип и сразу ему фиру, знаете. Фиряй хулипал, пока да, оковы ему дайте.
Оковы дайте, ДК и грипните под нас. Короче, Хайрина, грипаешь, оковы сразу в воздухе даешь. Все. Кирей. И играйте весь рейд в этого ебаного черепка, нахуй. Вот никто его не бьет сейчас. Все, вайп нахуй. Охуеть. Там у этого моба лям нахуй, хп, лям, блять. Как вы, ну, какой может быть дамаг, чтобы его не бить нахуй? Он полминуты бегает, ебать. Вы просто не играете в него, не видите или что? Вы хотите убить или нет, блять? Алкмейна лежал весь бой, сдохший. 6000 показывает мне ДПС. Ниже танков всех, 20 место. Или это ошибка тоже? Нет. У всех? Да, Алкмейна, ты тут? Ну, я же говорил, что ФК он стоял. Он просто ФК стоял там, а ФК возле портала. Пиздец, ебать. Да. Алкмейна, ты тут? Ну, все равно вот эти локи... Блять, быстро двигался, что так мало ДПСишь? Да, я могу зайти на медведя, типа, чтобы чуть-чуть больше ДПСа было. Не, типа, да, нормально. Хули толку, блять. Надо, чтобы люди ДПСили, вон как первые 5 мест, блять. Ты фантазер, да? Хули фантазер, блять. 1050 ДПСа бы не помешало. Скелета 4 и демона тоже 4. Если скелетов не бить, как вот он появился, грипнуть надо, яковы дать, блять. Хайрина, ты это будешь делать, если скелеты будут. Да ты тоже можешь, я могу, если босс не на нас, то похуй. Главное, чтобы не играли. Лучше босса не проебать. Там вон 2 ДКшника, блять. Войт, слышишь, мне птичка напела, что тебя медведя костерец на ребре убил. Это мне правда? Похуй. Не похуй, что там тебе птичка напела. Ты решил меня потроллить или что? Не, ну типа я спросил. Я ж, ну, я ж без позитива, ты же знаешь, типа, просто интересно. Ну, я просто на такие вещи хуёво реагирую. Не, типа, ну... Смотри, чтоб ты в тролля не превратился в моих глазах. Не-не-не. То... Не, ну вот этот запах крови надо убрать на декатанке. Не похуй. С чего ты взял, что его надо убрать? Бесполезный, дружочек. А что полезней? Вот как у меня спек сделай, и похуй. Самый оптимальный вариант для Сируса. Ты что, топ ДК, что ли? Конечно. Нет, это я топ ДК, ты перепутал. Это что? Сейчас вот я один косяк у тебя найду сразу, блять. Скажу, кто топ. Ну-ка. Ой, бать, хладная броня ужаса, один этот не взял, нахуй. Ну просто да. лох из лохов, блядь. Ледниковое разложение, ты думаешь, лучше, ебать. Ну просто, блядь, IQ, блядь, миллион, нахуй. Все величайший, нет базара, все. Ну вот и все, нахуй. Поставил меня на место сразу. Это 1% полного избежания урона, блядь. Ни парирования, ни уклонения. Это охуенная тема. Это да. Надо замену, будем сказать. А вот эта хуйня, запах крови, нормальная тема, ну, в плане 4-4, потому что накапливает этот силу рун, а сила рун идет на руник у тебя. Ну, Войд, если я тут 3 ЛП разрываю, ну какой, блядь, руник? Да тебе повезло просто, на тебя напулили. Видишь такую хуйню, вот эту хуйню берешь? Это что такое? Я такую хуйню не пью, это только для пидоров. Это типа, ну, под незыбочку, у тебя макрос должен быть. Да, конечно. Я предлагаю РЛ тебе еще этого разбойника поменять, 12 тысяч ДПС, а нахуй. Кого еще там можно выпиздить? Тут, вот этого быстрый двигалс тоже туда же. Ой, а че, кто ливнул? Кто еще его? И БДК, блядь, 253-й, нахуй, 11. Хант просто офнулся. Как вы бьете, нахуй? Я ебал. Я не знаю, кстати, вот сколько ДКшники должны... У них вообще вот БДК... Ну, я видел, что-то на сурке там 19 дают, ну, приличные цифры такие. А вот это в одну цель, ну, только есть. Так...
Или они по массе тоже могут работать? Они по массе тоже работают. Там, ну, у тебя же все руны смерти всю дорогу, ты просто, ну, блядь, можешь вот этим скипанием как разрядиться нахуй. Плюс коса еще прокнет, там пизда. Какая коса? Я про БДК ДД говорю. Там получается с косой Хурюк, а Хайрина это этот, Блад. Я говорил с косой, у тебя у Блада коса появляется, понял? У Блада коса, блядь, что за хуйня? Да, ну почитай это 4. А, ну я не шарю. Кстати, шкаф. Не вижу я косы там нахуй у него в уроне, блядь. Короче, ребята, надо как-то прям помощнее играть. С пула, чтобы, ну, до активации босса трэш, блядь, исчезал. Хотя бы чаротворцы. Потому что этих големов протопал заберет или кто там. И трэш, когда появляется. Вот если скелеты, это все, это, ну, первый скелет. Прям все должны убрать босса с таргета, выбрать его, это касается РДД, и милики ждать, когда его грипанут, и тогда уже бить его. Не босса вы бьете 30 секунд, а скелет бегает живой, блядь. А скелет разъебывается за 10, за 15 секунд, он разъебывает легко с вашим ДПС. Если вы не будете играть в трэш, мы будем вайпаться по КД на этом боссе. 12 бесов прокнет, убьем, похуй, похуй. Ага, блядь. Любой трэш тут убивается. Каску дайте по ханту. Кушай, Войт, я угощаю. 5, 4, 3, 2, 1. Сука, не успел бафнуть, ну ладно. Бля, я тоже не успел получить, вставал. Всех серваков нас? Нет. Нет. Это кто, Алкмейна? Не, просто в Диссе сейчас кто говорил про сервак? Забей. Сколько до активации? Мне не показывал. У Лока я нет вылетел, поменяйте его на кубах. Ник. Ромалин. Ну, понятно. Настя, встань на кубы, пожалуйста. На каком он стоял? Он на каком стоял? Он на ромбике. На ромбике. Астя, встань на ромбик, пожалуйста. Так, блядь, ну, типа, вы хотите тут вайпаться. Там нет чаротворца? Обратно. Что это было, что он делает? Ну сбился у него каст. Все, Рамбужу, лок будет сбивать?
Ибиза, а, обратно забери. Где, где этот? Ага. Там, руки тут. Я на ром станал. А то сейчас на кубы нажать. Нажали. Еще это один. Ну, еще нажали. Один. О, нажали. Убить. Все, все, окей. Долго нажимали. Давай, бой, отвлекай. Мелкий, мелкий трэш, мелкий. Драна еще, пускай собирай. Ты сейчас поведет. Тогда первый танку кикнет, каст, вторая Вероника, я толкнул, потом третий. Заливаем? Все, да, ОЕМ, давайте жестко. Как ты будешь вот там, чтобы босса не купить? Могли пойти вот этого бесенка в рейд, вот бесенок один там отставил, он бился. Сдал. Рано сдал. Там много, наверное. Сейчас хулипал готовься. Давай хулипал. А, ну или он так. Он тоже сдал уже. Не сдавайте рано. Точечно сбейте, точечно сбейте. Вот этому последнее точечно стан сдайте. Ой. Дайте стан, сейчас стан. Демон. Кубы прожимает. Жди, ждите, ждите. Звезда сейчас. Оп, все. Сейчас Керус готовься. Тотем на ману плюс гим на ману, немочка, давай быстрее. Бля, мужики, держите танков на пол, потому что я сейчас начну орать, пожалуйста. Ну я сам хилюсь стою. Дай эрдру быстрее. Баб. Блять, вы чё? Керуса на фул. Каску лапу пристабав быстренько по танку ДК. Вы декурсить будете? Это минус 90% урона. Еще БР. По войду БР, дай. Сразу каску кулак. Каску кулак без собак. Только 5 секунд. Кубы подошли. Демонов быстрее, их две штуки, сука, нажали, живы. Нажали. Все, отпустили. Okay. Импы выходят. Пока в центре стоим. Иди ловить, кто там танк. Иди сразу сюда. Похуй на демона. Демонов весь рейд быстрее. Герус дайте, быстрее убейте их. Вдруг декурс, но... Дайте им, хлебал он, что-то подсыхает. На фул ДК танка быстрее. Это у нас эти, кто где находится? Под гриппы эти лишних, которые далеко стоят? Это как-то неравномерно убивается. Гим на ману нужен. Дал Т4. Демонов, бесов добивайте, мелких быстрее. Сначала бесы, потом босс. Все в бесов, ну. Секунда. Рубай гим на ману, да? Все, нажали на кубы. Yeah. Кто отпустил? Все, все нормально, он написал красным, да. Мне не слышно было, он обычно 8 был. А какой портал? Пока не было вроде. Так вспышку уже нажали. А, не знаю. А, вон демоны, наверное. Чуть не вижу, нет, где? Нет, нет. Никакой, нет, никакой не активирую. Ну все, считайте, повезло. Хуярьте сильнее по боссу, прожимки нажимайте. Крис, да, гимн на ману нажми, пожалуйста. Трейд с маной.
Давай сессы по танкам, скажи кому, какому локу на какого танка. Сессы. Дайте по Void Frozen. Роман, ты тут? Роман. Да. Дай по Войду. Грилит по Дезу, да. Еще один лок любой дайте по Керосу. А слышь, как мы перевели, вспышки больше нету, ДБМ. Блять, да будет еще. Мужики, соберитесь, хоть чуть-чуть. Не перевели, потолок не упал еще. Вот демоны. Готовьтесь. По боссу пока сильнее играем, нажали, не веди. Нажимайте. Нажали. Еще один, ждите. Куб этот, ромбик. Да не было, сука, еще раз. Пиздец, все, блядь. ГЦ нахуй. Я бы дал ХП вот этому чернокнижнику. Но он нажал и отпустил сразу, и вы потом тоже отпустили. Лям ХП чисто так, от души нахуй. Себе там же на ромбе другой лок должен был стоять, и бису. А я написал то, чтобы я встал. Пиздец, нахуй, я хуею. Босс, нахуй, уже даже пропускает косты, нахуй. Уже хочет, чтобы мы его разъебали, нахуй. Блядь, какие вы вагоны, это пизда. Сам ты вагон, нахуй, не оскорбляй людей, блядь. Ну я же любя, ты же знаешь. Блять, ну получше, но вот гитаристы, конечно, блять, дадут просраться. Да, что отсюда вообще падает, нахуй мы тут сидим? Печенька, нахуй, из-за чего мы тут сидим, блять? Ты на меня ролишь, если чё, блять. Да, это, ну, это третий ДК уже воет, нахуй, на тебя бы сейчас поролишь, блять. Да ты крейзи просто, блять, ДКшник. И с обоссанным спеком, с таким же, да, блять, у всех троих? Да. Без процента, блять, уклонения, нахуй, избежание урона. Для войт, нахуй, у тебя крит даже не взятый, нахуй, зато запах крови кипит. Да крит для лохов, нахуй. Да, чё хлп срываю босса, нахуй. Срывает он там, блядь, там 100 лпшек дал по-любому, 3 банки выпил, забагал, нахуй. Ещё и на пул купил за косарь, нахуй, по-любому. Истерию ещё по DC въебал, прям без этого не обошлось. Это да. И со льву ещё поди по мне тоже проплатил, блядь. Всех купил в этом рейде войт, нахуй. Ты там это, суета, не в рейдик печатай, а шнырюгань мужикам на кубах, вот это вот. НТРЛ, дай ромбик на меня, пожалуйста. Меня, нахуй, ну-ка сейчас подожди, ну, блядь, мысленно свяжусь с тобой, блядь, телепатически, нахуй. Ага, да, блядь, это на Энха, наверное, ебать, это Энх сказал. Ну на лок, на который на ромбе. Ну какой лок, нахуй, ник-то скажи. Нормальненько. Во, другое дело. Ты опять не нажал его? Почему вы, когда я говорю нажать, отпускаете, раньше времени не было команды отпустить? Или вы даже нет не услышали, вы отпускаете? Там в чате нет написано, вы смотрите чат хотя бы. Отпускаете. Кстати, шкаф у нас чего ФК стоит. Ля, шо за лок, фул МК, камни, все на хесту. Вот эта пушечка нахуй на десника, я ебала. Да, лок залупа полная, конечно. Ты, блядь, не оскорбляй людей, заебал, ну. Нихуя. Лок, реально, поебень. Просто такие камни, блядь, стыдные, нахуй. Ты хотя бы оранжевые купи, эти гиссаниты, СПД, хаст, если ты хасту хочешь. Вот эти камни по 20, это, ну, это в Ульдуар ходить. Про кого? Про ромбик, блядь. Он же помнит, какие у него камни хуёвые. Ты, шаман, тише, у тебя камни не лучше стоят, по 20 хесты, вот это вот нахуй. Да, я-то думаю, хули мы падаем, так с хесты нету нахуй. Всех обосрали, блядь. Ужас. Не, шаман, тоже надо камни делать, тридцатник. Нет. Лучших нет, просто, блядь. Бля, шаман, я бы тебе положил нахуй 6 капов рейд, но я сколько с банка этим хреном снимать не могу. Кому ты врешь? Где там Ибица, блядь, он здесь, нет? Она отошла сейчас подойдет.
А, это с тобой? Суета, денег нет нахуй. Сколько вас сюда завалилось? Откроем. Чисто, блядь, побахать.